Орион. Извини, я разошелся чуть-чуть, потому что ну, это действительно ну, не налазит просто на голову. Первая группа вот этих бесконечных йогов – это вакейшн-гуру, да, отпускные гуру. Это эти бесконечные усатые женщины за 35-40 лет, которые едут на 2 недели в Индию получить, значит, опыт, поднять кундалини и почувствовать чакры. При этом 5 дней они дрыщут на унитазе, потому что получают диарею путешественника по одной простой причине, потому что они везут с собой йога-бутылочки, куда наливают воду и пьют ее вот так вот, понимаешь, на жарище, на 40-градусной жаре. Любой индус относится к воде очень аккуратно. И когда он пьет, он старается, не дай бог же, дотронуться кончиком даже бутылки до своих губ, потому что понимает, что во рту у него микрофлора, которая может попасть в бутылку с водой. И при температуре 40 градусов за 5 часов эта вода превращается в бульон из лямблей, различных всяких микробов и микроорганизмов. Понимаешь, эти бесконечные, глупые, как куры, женщины лазят по развалинам, пьют этот бульон, страдают дизентерией, страдают диареи путешественника, а после этого они сидят, значит, покачиваясь от усталости, от обезвоживания на береги, там, на берегу какой-нибудь речки, полный мусор, потому что hello, it's India, да, и принимает какие-то там спазмы кишечника своего за кундалини и возвращается обратно в Москву или в Америку с каким-то удивительным месседжем для всех остальных. Я прозрела, вот она я, там, да, дружище. Брось это делать. Пожалуйста, если ты едешь в Индию, едь туда как турист, езжай как турист, посмотри достопримечательности, пожалуйста, посети какие-то вещи, относись к еде на улице нормально, кушай, все в порядке, соблюдай элементарные правила гигиены. Смотри, как кушают индусы, смотри, как они пьют воду, не лезь туда со своими бесконечными бутылочками с надписью «йога», понимаешь? Нет, ты стритфуд в Индии совершенно безопасный. Это ты деградируешь, ты не можешь понять своей головой, что у тебя во рту микрофлора. От нее ты болеешь, от нее ты там получаешь эту диарею путешественника. Ребят мои, если твой учитель йоги какой-нибудь не имеет ни медицинского образования и приехал в Индию на 2 недели и вернулся оттуда прозревший и все осознавший, гони его в шею. Это мошенник. Хари ом. Для меня йога – это коммуникация тела, сознания и души. То есть это возможность соединить 3 элемента, пронаблюдать за ними. И если есть какие-то проблемы телесные, психологические, выявить их и где-то, наверное, откорректировать. Если смотреть классическую йогу по текстам философа Патанджали, которого считают, почитают в Индии как человека, который дал йогу миру, хотя он, по сути, ее только описал, йога существовала задолго до Патанджали, текста Патанджали. Если смотреть с точки зрения древних текстов, то йога – это соединение. Он так и переводится.